Прокуратура Октябрьского района выявила преступление коррупционной направленности. Прокурорской проверкой в одном из бюджетных учреждений Октябрьского района выявлен факт хищения бухгалтером с использованием своего служебного положения денежных средств учреждения. Установлено, что указанное лицо, используя свои должностные полномочия в ущерб интересов учреждения, израсходовало денежные средства в размере 40 тысяч рублей. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По итогам процессуальной проверки в отношении должностного лица бюджетного учреждения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это хищение денежных средств должностным лицом с использованием своего служебного положения.